Творец не должен получать и не получает ничего ни от кого. Это не желание, которое может что-то воспринять. Желание отдачи не может воспринять ничего от тебя. Все то, что ты относительно него чувствуешь, то, что ты делаешь, это ты чувствуешь. В соответствии с этим, вот так ты и работаешь. Этот закон как стена. Он не ощущает ничего, а относительно природы. Что значит природа? Ты можешь сказать, что это не живой уровень. Относительно этого неживого уровня, который называется закон абсолютной отдачи, ты только в самом себе ощущаешь реакцию. Ты не ему делаешь любезности, ты не должен слиться с ним и любить его. Но мы в такой форме говорим, но здесь нет никакого вопроса, любить или не любить его. К нему это не относится. Ощущать нашу работу мы должны, мы ее чувствуем, мы существа ощущающие. Он сам по себе — это закон. Говорить о том, что мы действуем для Него, именно для Него, нет. «Возлюби Его, люби своего Творца», говорится о тебе. Ты должен прийти к такому исправлению. Тогда ты приходишь к этому благу.